Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 25 августа 2016 года. Значит, в рамках проведения мероприятия года Карасук 2016 было принято волевое решение провести разминочное мероприятие под рабочим названием «Сицилия-2016». Я получил шенгенскую визу. В этом центре, где эти визы выдают, народ просто удивился. Значит, какие немцы-беспредельщики, когда я им объяснил, почему у меня предыдущая виза аннулирована. Совсем они, говорят, там Deutschland'ы эти. Ну, вот, допустим, итальянцы мне дали сразу визу на год. Без проблем. Карелин знаем, а участники нашего сообщества живут по всему миру. В том числе и на Сицилии, куда мы с вами сегодня отправимся. Сейчас завтракаем, дорогие друзья. И, значит, днем вылетаем до Рима. В Риме пересадка. К вечеру мы с вами должны быть на Сицилии, дорогие друзья. Значит, этот ролик сейчас я выложу или не выкладывать, подумаю. Потому что вы видите, как складываются мои поездки в Европу. То немцы, значит, беспредельщики, полицейские в аэропорту доебались, блядь, почему вы приехали в Штутгарт, а не в Берлин. Кажется, там даже надо город этот вот. Поменялись планы, не ебет, до свидос, обратно. Беспредельщики, немцы мне, но если я чего задумал, выпью обязательно. А к этим шуткам отношусь я очень отрицательно, как пел Высоцкий. Мы с вами еще побываем, значит, и в Штутгарде, и во всех, и в Австрии, и во всех этих вот местах, куда мы должны были с вами вместе поехать, изучать технологию древних винокуров и пивоваров. Мы ее изучим, не переживайте. Не бывает такого, чтобы немецкие полицейские Карелина смогли остановить в каком-то Штутгарде. Нас ждали с моря, а мы вернемся с гор. Но мы обязательно снимем эти видеоролики. Сейчас вот с этой Италии, видите, вчера землетрясение там произошло. Даже Рим задело. Я приземляюсь сегодня в Риме. Значит, опять, так сказать, 25. Но несмотря ни на что, значит, мы обязательно должны побывать сегодня в Италии, в режиме дегустации войти, все мероприятия провести, значит, и у меня будет, телефон звонит, и у меня будет годовая виза шенгенская, после этого летим в Германию. А мероприятие у нас сегодня будет Сицилия-2016 начинаться в рамках проведения большого мероприятия Карасук-2016. На этом все, до свидания, дорогие друзья, до новых встреч.